Мы рады приветствовать всех зрителей нашего первого в этом году всероссийского кинопоказа фильмов лауреатов кинофестиваля «Перерыв на кино». Отрадно понимать, что с каждым нашим показом все больше и больше молодой аудитории присоединяется к просмотру фильмов, снятых молодежью и для молодежи, для того, чтобы мы не забывали о том, кому и за что мы должны быть благодарны за наше мирное небо над головой. В нашей подборке особое внимание уделено подвигу танкистов. Хотелось бы отметить работу минского режиссера Андрея Пифанцева, который повествует о трагических событиях под Ленинградом. В основе сюжета лежит трогательное письмо водителя-механика к его жене. Ну и прежде чем мы пожелаем вам приятного просмотра, мы приглашаем всех присоединиться к нашему следующему всероссийскому показу, который состоится ко Дню Победы и начнется уже с конца апреля. Мы желаем вам приятного просмотра.